Как хорошо сегодняшним днем в 10:30 вставать, не думать ни о чем, в поле золотом пройтись босиком. О чем я говорю? О чем? Это первая загадка. Темноту музейно-выставочного комплекса «Артишок» освещают только лучи фонарей. Под покровом ночи пришедшие сюда жители включились в игру «Квест». Разгадать загадки с помощью подсказок, найти нужную картину, и это почти в полной темноте. И как оказалось, сделать это совсем непросто. Мы посмотрим, именно в каждом зале у нас разные художники, разные стили и разные работы и картины. В ходе игры задействовали все 10 выставочных залов. Участники квеста не только отгадывали загадки, но и познакомились с каждой экспозицией отдельно и увидели творчество талантливых художников совершенно по другим углом. Сегодня мы впервые побывали на таком мероприятии, когда мы смотрели все картины в темноте. Это было очень увлекательно, но особенно то, что мы ни разу не были на таком. И все картины тоже мы не видели, это для нас первый раз. Посмотреть сразу 10 выставок и познакомиться с их авторами – такую уникальную возможность подарили химчанам сотрудники музейно-выставочного комплекса «Артишок» в День народного единства. Посетители пришли, конечно же, с семьями, близкими, с родными, с друзьями. И они совместно, группы, сплоченно проходили этот квест, что дало им, по-моему, невероятный, уникальный опыт. Все оказались довольны, были аплодисменты, была радость, особенно в финале, когда мы добрались до последнего задания, которое посетители выполняли на время. Первым разгадавшим все тайны музейно-выставочного комплекса «Артишок» подарили сладкие подарки, а сотрудники, в свою очередь, обещают сделать такой формат традиционным. Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.